я изучил и поделюсь с вами некоторыми соображениями. Вот все кричат, значит, Эстер, Эстер, Эстер. А что Эстер? Ну, ладно, свитер читает каждую самую Пудим. Но ведь есть другая героиня, о которой все забывают. А почему забывают? Мне кажется, это несправедливо. И поэтому я свитер не свитер, но песенку о второй героине еврейского народа я сочинил. И она называется «Какой была Юдит». Согласитесь, что подвиг ее тоже чего-то стоит. Историю уже повторять. Ассирийское наступление, полководец Алаферн, богатая и красивая вдова проникла в стан, обаяла, отсекла башку, наступление захлебнулось, война закончилась. Тема актуальная. Итак, какой Юдит была? Какой Юдит была? Какую день была, отважною, красивою, наверное. Иначе б не снесло, иначе б не снесло башку Голоферна. Иначе б не снесло, иначе б не снесло башку Голоферна. Какую день была, какую день была, отважною, наверно. Иначе б не снесла, иначе б не снесла башку Голоферна. Иначе б не снесла, иначе б не снесла башку Голоферна. Зачем башка нужна, зачем башка нужна бедняге Алаферну? Когда в башке война, и больше ни хрена, больна башка, наверно. Когда в башке война, когда в башке война, больна башка, наверно. Какой Юдит была, а почему была? Юдит отчизне служит. На случай, если враг, на случай, если враг башкой своей не дружит. На случай, если враг, на случай, если враг опять